Мы продолжаем наш эфир в этот исторический для Екатеринбурга момент. И не только для Екатеринбурга. По комментариям в нашей трансляции мы видим, что за событиями в центре нашего города сейчас действительно следит вся страна. Только что прозвучал взрыв, и его отчетливо слышно было даже здесь, в студии, в Рубине. Мы находимся в Рубине. Я не знаю, коллеги мне, наверное, сейчас поправят, подскажут, но это примерно километр от, может быть, даже больше километра от недостроенной телевизионной башни, где прозвучал взрыв. Все идет по плану с отклонением буквально в 10 минут. Изначально планировалось, что в 9.05, через 5 минут после сигнальных сирен прозвучит взрыв. Он прозвучал в 9.13, 9.14, то есть даже чуть меньше 10 минут отклонения от плана. Какое-то чувство потери чего-то родного, пишет Петр Кан. Он прилетел из Москвы специально, чтобы увидеть этот исторический момент. Мы сегодня показываем его всем, кто не смог прийти к вот этому периметру. Я напомню про перекрытие. Сейчас закрыта улица Декабристов, улица Степана Разина из-за демонтажа недостроенной телевизионной башни в квадрате от Розы Люксембург до Народной Воли. Сейчас мы ждем второй взрыв. Оставшаяся часть конструкции. Будем дозваниваться до наших корреспондентов, которые сейчас там, на месте событий. Будем включать директора телебашни в Таллине. Точно такая же башня стоит в Таллине. И каждый год обслуживает больше 200 тысяч туристов. Вот. И будем узнавать, что происходит сейчас на месте событий. Мы включали наших корреспондентов только что. Очень много людей, очень большое скопление людей и силовиков. Настроение у всех позитивное. Кто-то пришел в костюме супергероев. Там есть Бэтмен, Супермен, Черепашки-ниндзя. Пришли спасать телевизионную башню. Очень много комментариев у нас на сайте. Я напоминаю, что мы показываем картинку с трех камер, показываем то, что происходит сейчас, как идет демонтаж конструкции, рассказываем об истории телевизионной башни в последний день башни, предлагаем вам быть и с ней, и с нами. Я напомню, что башне сегодня 32 года, ее начали строить в 1986 году, должны были закончить строительство в 91-м, но не случилось. У нас на связи Андрей Варкентин. Андрюш, ну вот прозвучал взрыв. Расскажи, что ты видишь, что происходит, что вокруг. Да, вот сейчас я смотрю прямо на телебашню. Остался небольшой кусочек. Я не знаю, примерно метров 50, наверное, осталось. Может быть, меньше от нее такой кусок, обломок просто торчит. Вся основная конструкция упала в ту сторону, в которую должна была быть, в сторону реки Исей. Это было, конечно, феерично. Не знаю, мне кажется, никогда в жизни не видел ничего подобного. Огромное облако пыли сразу после взрыва окутало вот близлежащий квартал. В сторону Артека пошло облако, но, по-моему, там ничего не задето. Все хорошо. Ну, на первый взгляд, никаких последствий, каких-то тяжелых нет, по крайней мере, со стороны, где стою на Декабристах. Но вот сейчас мы все смотрим на обломок, такой огрызок, который остался от башни. По идее, он тоже должен быть снесен, но чуть позднее. Эмоции людей, Андрюш, что сейчас говорят и чувствуют, и переживают? Ну, тут, мне кажется, всех было просто вдох такой. Ну, все ждали. Но вот сама секунда, когда пройдет взрыв, естественно, никто не знал. И все были удивлены, и очень фееричное зрелище. Все вздыхали, сейчас по-прежнему все стоят и смотрят, потому что, повторюсь, вот кусок башни остался, такой обломок, огрызок, отломанный зубик, и вот сейчас все на него смотрят и ждут, чем завершится все. 200, спрашивают, сколько метров башня, 220 метров высота нашей. 220, да. Ну вот я не знаю, сколько тут метров, может быть, 40 осталось от нее. Такой кусочек, может быть, меньше. По идее, тоже должен быть этот кусочек снесен. Но вот основная часть упала в сторону сети на ту подушку, я так понимаю. Я думаю, из нашей трансляции было видно. Но вот
я видел, что она упала именно в ту сторону, в которую должна была. Сейчас не знаю, отсюда не видно, умела она рассыпаться или нет, как она лежит, но вот пыль рассеивается. Я смотрю вот и на Артек, и на музей России моей истории, на цирк, все здания стоят, АЗ стоит. На первый взгляд никаких повреждений нет ни у Артека, ни у цирка, ни у музея, ни у рядом стоящих исторических зданий, памятников. Вроде все живы. А помнишь, в феврале, когда были...